Николай Крючков – участник городских и международных выставок. Его работы находятся в частных коллекциях Италии, Франции и Германии. Мастерство живописца уже давно полюбилось и сочинским ценителям искусства. На курорте мастер работает уже более 40 лет. С 1970 года был художником-оформителем в Совете курорта. В этом году живописец отмечает юбилей. Сегодня Николаю Крючкову исполнилось 80 лет. Поздравить мастера с днем рождения пришли ученики, коллеги и друзья. Эта выставка, можно сказать, подарок его друзей, которые очень любят Николая Алексеевича. И они решили устроить ему такой своеобразный праздник. Потихоньку, скажем, заранее договорились и решили сделать вот такую замечательную выставку. Николай Алексеевич, конечно, был сначала против, но потом согласился. В экспозиции выставки представлено более 30 работ, которые отображают творческий путь мастера. В них можно увидеть художественные эксперименты тогда еще молодого автора и выбранный им в итоге стиль и характер в произведениях. Это абстрактные полотна, красота среднерусской природы, виды кавказских гор и морские пейзажи. Картины выполнены в стиле позднего романтизма и написаны в реалистической манере. Я лично люблю женщин, люблю природу, горы и море. То, что мне ближе. Я прошел по всему вот Кавказским горам, за Красной Поляной, где-то там километров, наверное, 20 в альпийских лугах. Вот я там писал с натуры. У меня с собой есть альбом, где я там хожу с этюдником. Вот я вдохновляюсь нашей красотой наших гор. Посмотреть работы Николая Крючкова жители и гости курорта могут до 26 августа. Экспозиция представлена в Литературно-мемориальном музее имени Николая Островского. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.